Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и сегодня мы играем в Shadow Fight 3! Да, ребятушки, наконец-то мы дождались этого эпичного момента! Мы ходили даже на Игромир, встречались с разработчиками, играли с нашими подписчиками, и сегодня, наконец-то, вышла полная версия. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Да, ребята, вышла любимая наша игра. Будем играть в нее очень много. Вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. И так, как вы видите, наш персонаж сохранился с бета-версии. У него уже практически первый уровень заполнился. Да, ребятки, поэтому сейчас будем проходить главы, да? Да. У нас безумно, ты смотри, глава 1, да, заходим сюда, и здесь единственный... А, нет, не единственный бой. Так, а что вот здесь есть? О, фанатка Кагуна. Ах, премьера совсем скоро, но у нас никто на роль... У нас нет никого на роль Кагуна, а ведь это наш главный герой. Интересно. Все истории про его подвиги поможешь? Играть не надо, у нас на сцене, считай, после боя. Что-то я ничего не понял, что на это. Да. Ну, продолжить, ладно. Во время своих странствий за океаном Кагун встретился с змееголовным чудовищем, разлившим яд по всему своему логову. Ух ты как! Кагун слабел на протяжении всего боя. Змееголовый был бодрым и беспощадным противником. Вот так вот, ребята, со змееголовым здесь бороться надо. Смотрите, как все легализовано. Классно у нас, да? Да, локализовано. Локализовано, все хорошо. Русский язык у нас есть, а здесь у нас бей, считай. Это что такое? Сыграй с Гизмо в игру его детства. Ага. Двойные очки. Отлично, здесь складывающийся эффект яда есть у нас, интересный расклад. А здесь просто босс, выскочка, безумно, да, у нас получается? Да, ну что ж, давайте начнем вот, наверное, со Змееголова, да. Театр легенд. Я так понимаю, это у нас первая битва, ребята, давайте посмотрим, что изменилось у нас с бета-версии, поехали в бой! Итак... Оу, красиво-то как? Да, мне кажется... Ух ты, слушай, а что у нас случайное оружие? Копье, что ли? Да ладно, ничего. Слушайте, мы помним из того, что мы играли на Игромире, что вот эти вот ребята, которые справа, они очень шустрые и очень мощные. Да, ребятки, очень шустрые, очень. Вот эти вот прям у нас здесь много, кстати говоря, легионов есть, да, ты, я так понимаю? Да, здесь есть разные классы. Так, 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 подожди, что-то он неистово нас дамажит, даже не... А чё блок-то? Блок нужно ставить. А ну, блок автоматом же ставится. Ну, так надо меньше сжать на кнопку удара. Ребята, 19 комбо нанес. Вот это да, змееголовый у нас огромный, молодец. Это точно, раунд 2, нужно брать в руки. Да, инициативу в свои руки. Слушай, как он мощно дамажит, очень медленное копье, ребята. Да подожди, пусть он ударит и в ответ отвечать. Ну да, за, так, зачем так, так, так. Прям под удар подходить? Во, а что он? Вот блок поставил, теперь можно атаковать. Атакуем, ребята, атакуем. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай ногой. Хорошо, хорошо, надо немножко разыграться. Да, ребятушки, нужно разыграться. Конечно же, есть. Слушай, в игре... Ну, о, яд у нас здесь еще тоже отнимает хелс. Очень мощный противник, очень мощный, ребята. Просто да, ну, нужно немножко привыкнуть и обвыкнуть, ребяточки, поэтому мы будем пробовать. Так, ну как ты мне понравился в этом образе? Прям как будто Кагун явился с долины героев. Вот так вот. Ты только помни, что противники здесь актеры, а... То заколешь кого в лагере, кто переодеться только после выступления забыл. А, то есть надо было, может, проиграть? Я не знаю. Слушай, есть дуэли, смотри, как интересно. Начать дуэль какую-то. Давай попробуем. Давайте попробуем. А, это у нас PvP, ребята, сразу. Онлайн-режим, все-таки добавили онлайн-режим, это очень круто. Классно, ребята, классно, можно играть против противников. О, какая красивая локация, наконец-то мы с мечами. Да. А то копье как-то вообще не то было, ребятки. Так, ну подожди, ну не стоит атаковать, он же быстрее, видно это. Ну, куда он быстрее? От назад отступить, может быть, да нет? Да зачем отступать, надо бить, драться, ребятки, куда, мы никогда не отступаем. Так, видишь, он... Вот, ох, вот... хорошо, отличный отлично. Удар. Отлично. Все-таки мечи тащат, ребята, копье немножко не по мне было. Хорошо, он как развернулся-то, а? Прям красава.
Отлично, мощную атаку получил, замахнулся и победа, ребята! Супер! Так, смотри, тут... у него не ник, а какой-то был номер, да, я так понимаю? 4-6-2 диктагря, нам тоже нужно ник поменять-то. Да, ребята, меняем ник. Ох, он ушел сразу же в свое мега... Ой-ой-ой, как увернулся, хорошо, я хотел захватик сделать. Да, пока что у нас только одна способность есть. Да-да-да, я думаю, что способности можно будет... Так-так-так, опа, хорошо, успели использовать, ребята, графика на высшем уровне, очень круто. Очень круто, мне тоже очень нравится. Оу, да ладно, попали. Мы успели, попали, ребята, и победа. Но мечи пободрее определенно, чем копье. Это видно. Да, это чувствуется, прям победа такая достаточно легкая. Так, и здесь кубки можно зарабатывать. Почему? И ранги, да, по всей видимости? О, обычный сундук, это хороший бонус. И что нам выпадает? Ого, ты получил сундук, давай откроем его. А, да ладно, то есть постоянно сундуки будут открываться. Обычная карта или лучше? Отлично, и... Я могу напомнить тебе об открывшихся сундуках, если захочешь. Хорошо. Короче, сундуки открываются. С помощью кристаллов ты можешь открыть сундук сразу же. На этот раз это бесплатно. А, понятно, то есть нужно будет ждать время. 3 часа, да, обычно у нас? Ага. Так, открыть сейчас. И что мы получаем? Обычный сундук, ребята, посмотрим. Оу, это что такое? Доспехи протюнили. Доспех увеличили, да. Шапка хуже. И... О, посмотри, мы топоры получили. Да, новый предмет, ребята, отлично, в экипировку сразу можно зайти. И смотри, как шлем у нас хуже получается. У нас лучше, наоборот. Ну, который мы получили. Выпал, да, хуже. Выпал хуже. Так, и здесь у нас, ого, лабрисы 50, дотащат. А здесь 38, бери лабрисы. Да, надо как-то их взять, надеть. Вот здесь у нас есть, отлично. Слушай, ребята. Слушай, это прикольные топорики. Да, хорошие, ребята, отлично. А что вот это у нас за кнопочка? А, здесь у нас колоды есть, ребята. Да, можно разные колоды открывать. Отлично, смотри, и задание миссии, это что такое у нас? А это вот как раз здесь. А, это они и есть. А вот это вот у нас получается это голова, босс. Да, босс прям. Да. Ну что ж, ребята, может быть с лабрисами змееголового-то одолеем? А у нас не лабрисы будут, здесь случайное оружие. А, здесь случайное оружие, точно, там... И давай тогда... Давай сюда сходим. Да, бей, считай, ребята, миссия у нас. Ну что ж, поехали в бой. А вы поддержите, ребята, команду Detol лайками, потому что мы одни из первых делаем обзорчик на эту игру. Кстати говоря, здесь нужно по очкам именно. Да, здесь по очкам удары должны быть, да? Ох ты, смотри, она вот как-то жестко нас прессует. Очень жестко, ты смотри, даже не попадаем руками. Хотя захватик сделали неплохой. Прекрасно. А, что у нас? А, у нас нету хелсов, только очки, да? Да. 25 секунд осталось. Ну-ка, ногами, давай вход 4, ноги. 4-7, 5-7. Эх, ну-ка, захват. Захват сбил, ребята, ай, как жалко. А вот она смогла, 5-10, слушай, это, не это жестко. Это гизма, это гизма. Гизма, разнос нереальный. Опа, захватик сделали. 7. Ах ты, смотри, нам бы какой-нибудь комбо. Да, но не успеваем. О, хит-критикал, ребята. Подкатываемся. Но нога очень сильно здесь нам повлияла на ход боя. Да, согласен, 8-15. Слушай, а почему бой не закончился? А вот закончился, все нормально. Добивание какое-то было. Да, что-то сложновато, однако, сложновато. Ребята, надо разыгрываться, привыкать к технике боя. Так, ну что ж, поехали. Слушай, здесь нет никаких молний, так что можно до бесконечности пробовать. Да, это отлично, ребята. Куда пойдем? Опять бой считай? Давай и попробуем. И к змееголовому. Давай, может быть, слушай, ну я копьем надо разыгрываться, конечно, я не очень умею им играть. Ну давай, поехали в бой к змееголовому. Ну что же, пробуем. Так, ребятки, змееголовый, ты смотри, ну он очень что-то мощный. Нужно отпрыгивать, нужно ждать, когда он атакует, потому что не надо пытаться быстро. Вот, видишь, вот такая вот тактика. Пойдет. Да, это какая-то вафлянская тактика. Да, вот, все отлично. Здесь нужно подлавливать отлично. Его. Отлично. Воу, как мы хорошо закололи-то его. Смотри, мощной он сейчас атакой. Будет... Да, хорошо. Он не успеет. Так, ребятки, и... Оу! Воу, отлично, вот, видишь как, слушай, все нормально. Половину хелсов, тем не менее, яд у нас съел. Ну, конечно. Так, как по-другому-то? Так. Раунд 2. Раунд 2, ребята. Ну-ка, нужно назад сейчас стопудово отпрыгнуть. Хорошо. Отлично. Опа, и атакуем. Нужно бы мощную атаку применить. Отлично. Только пролетели мы сквозь него, ребята. Тихо, блок. Опа, блок. Подожди-ка. Вот так с разворота. Отлично. Супер. То, что нужно, ребята. И с разворота. Отлично, и так сойдет. Хорошо. Прекрасно, ребятки. Вот сейчас уже пободрее, немножко более тактично подошли к этому бою и победили. Ну да, более. Но все равно копье очень медленно, ребята, очень медленно. Но я думаю, если приноровиться, есть шансы, что. В
вполне. Ох ты, смотри, какая экипировочка нам здесь упала, а? Отлично. Бонусная карта, нужно смотреть видео. Но тоже, мы, кстати, к сожалению, не сможем сейчас посмотреть видео. Это было непросто даже для нашего героя. Кагун вернулся сильно вымотанным, но живым. С этого подвига. Отлично. Так, давайте-ка в экипировку зайдем. И у нас новая броня, явно мощнее. Нет, так, следующая. Интересно. Ой, слушай, что-то много здесь брони. Вот, 63, надеть. Слушай, а что у нас так много брони осталось, видимо, да? Ну да, по ходу дела с прошлого раза осталось. Надеваем. Надеваем, смотри. И смотри, можно способности еще плюсиком добавить. Ну-ка. Плюсиком добавить. И шаги колоса. Так, редкий спецприем. Последовательность ударов, состоящий дух. Давай применим. Отлично. Прекрасно. Я думаю, ее же можно. А сюда еще раз можно? Извлечь, да, извлечь. Да, извлечь. Слушай, есть... у нас где-то еще наверняка стоит. Думаешь, в предыдущих, ну-ка, полази. Да, да, есть способность, ребята, извлечь. Давай, извлечем. У нас. Точно, немножко подпройдена у нас игра, ребята. К сожалению, не смогли. А топоры вставляем. К сожалению, не смогли мы. А, здесь нельзя. А, вот так вот. Ну, может быть, можно в шлем куда-нибудь ставить? Давай попробуем. Или она только для... Да, она там, только для ячейки. Там есть две ячейки у нас в броне, например. Может быть, туда можно что-то еще вставить? К сожалению, нет. К сожалению, а извлечь ничего нельзя из брони, из предыдущей? Из брони, из предыдущей. Давай посмотрим. Тут у нас ничего не стоит. А видишь, когда стоит способность, вот здесь галочка такая горит. А, все, понятно. Или нет, или это галочка то, что мы выбрали? Вот способности плюсик горит просто. А, просто способности плюсик. Да, да, ребятки, интересно. Ну что ж, давай попробуем. Уже с лучшей броней, может быть, и по очкам. Хотя по очкам здесь нужно быстро бить. Да, ну давай пробовать. Давайте Почему попробуем. Нет? Давайте, ребята, бой по очкам попробуем затащить. Надо тоже здесь быть поаккуратнее. Да, немножко у нас оружие уходить. Побыстрее. Вот, смотри, нам подсказывают два вперед и два раза ногой. Это какой-то у нас... серия ударов. Давай. Ногой очень долго замахивается, ребята. Очень мощно нас дамажит Гизма. Очень мощно. Я думаю, это... я не могу ничего сделать даже. Ну, что-нибудь хоть. Ничего не получается, ребята. Ну, в блоке, может быть, как-то постоять немножко. Его тоже, ребята, его немножко... А, слушай, у нас здесь супер приемы есть, оказывается. Но другие должны быть. Так, он тоже применяет суперприем. Вот. Так, нужно мощную атаку, ну попали? Кто попал? Мы попали. Да, выбили у него оружие, ребята, 17, 7 комбо нам нужно сделать, 7 ударов провести. Но 12-8, тем не менее. 12-18, ребята, ну на уровне, надо стараться задамажить. Надо стараться блоки использовать, потому что в этой игре это очень важная штука, ребят. Да, и еще мы играли на геймпадах, ребята, у кого есть Xbox, она скоро, кстати говоря, выйдет на Xbox, и наверняка будет. Да, это на самом деле, об этом нам говорили разработчики, что есть такие наработки. Да, ребята. Не то, что скоро прям, но они над этим работают. Так, отлично, пока что задамажили. Видишь, она отступила грамотно, и потом вот... И попали мы по ней прям очень сильно, ребята, надо все равно противника забивать в угол, как бы тут ничего не делал. А вот так вот потом получать, понимаешь, здесь тоже нужно... Смотри. Да нет, нормально. Главное попасть не под атаку. Оружие выбили у противника. Гизма просто лишился оружия. Ой, как ногой неплохо он задамажил. Четко попал, хорошо, вот пнули его. Да, пинательные атаки тоже хороши. Оу, как мощно, ребята. А у нас нету пока. У нас 3-4, вот у нас суперспособность появилась. Опа, немножко вот так вот. Вот так вот. И захват. Ну, захват. Ай, захват пролетел. Пролетели. Ребята. Кстати говоря, вот, ребята, в левом углу вы можете посмотреть, у нас есть 3 способности. Да, 3 теневых способности, ребята. Их использовать можно вместе с кнопкой суперспособности. Победа, ребята, отлично. Ну что ж, мы немножко разыгрались. Да. О, еще сильнее стало. Ничего себе, и хладнокровие, и шлем кочевника. Что-то такое хладнокровие, интересно. Что-то золотое какое-то, ребята, очень мощное. Или бронзовое. Или бронзовое, кстати говоря. Ну, давайте посмотрим. Экипировочка. Давайте экипировочку, да. Вот здесь посмотри, что это у нас. А, не понял. А куда мы зашли? А что-то горит, вот видишь, у нас один. Бустер-пак какой-то, что ли? Или бесплатно что-то можно получить? Непонятно, просто горит здесь, видишь, карточка. Да, горит карточка. А что за карточка? Непонятно, что за карточка. Так, можем применить... А к чему мы можем, кстати, применить? Не знаю, давай по всему пожмакаем. А где у нас эти карточки, кстати, хранятся? А, вот оно, хладнокровие, ребята. 50% к шкале теневой энергии после получения удара в голову. Ничего классно, себе. Классно, применяем, конечно же. Слушай, так она золотая или бронзовая? Не пойму, эпический. Эпический, золотая, наверное, все-таки. Так, применяем к нашему
закрытому шлему. Отлично. Так, у нас почему-то не прибавляется, ребята, у первого уровня XP-шка. XP-шка, то есть мы ее добираем, как шкала. Я тоже так думаю, да, что мы пока что добираем ее, просто это у нас есть небольшой бонус в начале игры. Да, ребятки. Так, ну что ж, рейтинг у нас 51, кстати говоря, и практически полный первый уровень, да? Давай посмотрим, что там дальше по карте идет. Да, я думаю, что может быть... О, нормально открылось у нас, смотри. Ага, то есть... Босс, можем босса сегодня затащить. Но я думаю, мы это сделаем уже в следующем видео. Да, ребятки, а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо, пока. Пока.